Всем-всем доброго-доброго денечка. Сегодня получила миниатюру, которую давно ждала. Это вот нужно собирать самим. Все детали, то есть, идут в комплекте. Миниатюра будет музыкальная. Вот тут вот часть музыкальной шкатулки. Здесь купол, инструкция. И здесь вот уже все, из чего это будет собираться. То есть, тут очень большая куча маленьких, прям мельчайших частей. Вот видите, мой ноготь и какие-то маленькие запчасти. Потом, конечно, все вам покажу. То есть также нужно будет проводить электричество, проводку. Я вот с такой проводкой в миниатюрах никогда не сталкивалась. Буду разбираться. То есть пока еще инструкция также есть, открытка, клей, пинцет, потому что детали супер-супер мелкие. Хотя в инструкции было написано, что пинцет нужно приобрести будет отдельно. Нет, пинцет в комплект вложен. То есть единственная деталь, которую вот не нужно собирать, это часть музыкальной шкатулки. И вот эта вот часть дерева, она готовая идет. Здесь вот дырочки для проведения подсветки. Ну, в общем, это будет у меня что-то новенькое. То есть я собирала уже миниатюры, но вот именно такой у меня пока не было. То есть это. И вот такая должна получиться вот интересная штучка. То есть там наверху каруселька, снеговички, все такое очень маленькое, мелкое. И, наверное, буду собирать вместе с вами. Выберем как-нибудь день и сделаю прямой эфир в Твиче. Говорят, что собирать долго, но если что, разделю на пару дней. То есть тоже ничего страшного. То есть можно будет собрать и за 2 дня. Так что вот, счастье ко мне пришло, давно ждала и наконец-то получила. Ну а я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Хороших вам хобби, занятий и всего-всего самого лучшего.